Специально видео для Амирхана, дневник хача. Что я хочу сказать по поводу своего здоровья? У меня действительно проблемы. Вечером я себя чувствую плохо, утром себя чувствую так себе. Вот, моя рука пухла в два раза из-за того, что я начал делать плечи свои. Удар дала конкретный. Сейчас я прохожу трехнедельные процедуры. Если за эти 3 недели ничего не изменится, я пойду госпитализироваться. У меня одышка идет. Жар, я не знаю, что делать. Я молюсь Богу, чтобы он мою оболочку забрал. Я не хочу мучиться с этими болями. Мне позвонили с телеканала «Будь здоров» и предложили своей помощи.